докладом о результатах оперативно-служебной деятельности за полгода выступил заместитель министра внутренних дел, начальник штаба Тарзан Кокойте. Он отметил, что правоохранительными органами была проведена большая работа по обеспечению правопорядка, по осуществлению контроля за состоянием криминогенной ситуации и сдерживанию роста преступности, подчеркнув, что криминогенная ситуация в республике остается стабильной. В первом полугодии была направлена прежде всего на защиту законных интересов граждан, на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и на усиление борьбы с организованной преступностью во всех ее проявлениях. Количество совершенных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в республике остается на стабильном уровне. Зарегистрировано 57 преступлений против 57 за аналогичный период прошлого года. Из них раскрыто 45, в прошлом году было раскрыто 52 преступления. Раскрываемость за первое полугодие 2021 года составляет 80%. За аналогичный период прошлого года 91%. Как еще отметил Тарзан Кокойте, снизилось количество преступлений. Также о проделанной работе за первое полугодие отчитались заместитель начальника криминальной милиции, начальники управления по охране общественного порядка, по работе с личным составом и другие. Также Миропухаев отметил, что ведомство тесно сотрудничает с коллегами из Северной Осетии. В этом месяце в республике будут проходить массовые мероприятия, и, как отметили на отчете, МВД будет нести службу в усиленном режиме. Зараса Кузаева, Фатима Чучи, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня.